Еще два раза. Вдох. Выдох. Завершающий. Вдох. И выдох. Достаточно. Поставили носочки упором в пол, подняли колени, затянули коленные чашечки. Пятками легко тянемся назад. Вдох. Снова макушки потянулись вверх, плечами вниз, пятками назад. Выдох, отпустили вытяжение. Вдох. Плечи, лопатки вниз, пятки назад. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. Завершающий. Вдох. И выдох. Достаточно. Отпустили колени, грудную клетку и попробовали подтянуть пятки к ягодицам. Взяли за носки, либо за голеностоп. Пятки как можно ближе. Можно использовать ремни, полотенца. Так, и в этом положении дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Завершающий вдох. И выдох. Достаточно. Со вдохом. Пробуйте отводить ноги назад. Если кому недоступно это упражнение лук, делайте позу полумоста. Вдох. Потянулись ногами назад. Напрягли спину, ягодицы. Приподняли грудную клетку и бедра. Можно здесь зафиксироваться. Вдох, выдох сделать. И плавно опуститься. Повторяем. Вдох. Плавный выдох, вдох, поднялись, зафиксировались, снова вдох, выдох, опустились, и еще раз вдох, выдох, вдох, и выдох, опустили. Корпус. Отпустите ноги и руки выведите перед собой. Поза змеи. Найдите свое положение рук. Так, проверьте поясницу. И с выдохом опускайтесь на коврик, опускайте голову. Начинаем из положения лежа. Вдох. Поднимаем голову. Спиной поднимаем грудную клетку. Затем на руках приподнимаем живот, проворачиваем плечами назад трижды. И затем выдох, плавно опускаемся. Повторяем. Вдох. Плечами назад трижды. Выдох. Еще вдох. Плечами назад трижды. И выдох. Убрали таз, увели таз на пятки. Поза ребенка. Даем возможность пояснице отдохнуть. Руками вытягивайтесь вперед. И в этом положении подышите. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. И со вдохом поднимайтесь в положение кошки на 4 опоры. Руки на ширину плеч, ноги на ширину
таза, вес тела равномерно распределен между руками и ногами, со вдохом грудная клетка вниз, выдох, живот подтягиваем, скругляем спину, вдох, выдох, поясницы тянемся вверх, вдох, руки не сгибайте, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох. Выдох. Скруглили спину, потянулись вверх, увели таз на пятки, вытяните поясницу, отходя ребрами от таза, поставьте, зацепитесь ими за бедра и руками еще довытяните, удлините позвоночник, копчик направляйте при этом немного в пол, как бы подкручивая его. Почувствуйте вытяжку и подышите, сохраняя вытяжение. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. И аккуратно сначала отпустите вытяжение, расслабьте спину, верните позвоночник в исходное положение и вдох. Поднимаемся, снова выходим в позу кошки. Вес тела равномерно распределен между руками и ногами. Носочек одной ноги подставляем на место колена. Живот на бедро. Так. Проверьте, чтобы у вас был выровнен таз, линия позвоночника, чтобы у вас не было перекоса в одну или в другую сторону. И с выдохом голову опускаем колено. На вдохе прогиб. Посмотрели вверх. Выдох. Скруглили спину. Вдох. Взгляд подняли вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Завершающий выдох. И вдох. Посмотрели вверх. Увели ногу назад. Проверьте, выровните таз, чтобы не было завала. Выровните ягодицы. Стопа смотрит вверх. Противоположной рукой потянитесь вперед. Удлините тело и дышим. Вдох. Выдох. Носочек тяните. Колено тоже выпрямляйте. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох, поставили руку, поставили ногу, поменяли сторону на другую точно так же. Чтобы в этом упражнении выровнять таз, то есть вот когда я говорю ногу выпрямили, вы прямо стопу, чтобы подошва смотрела в потолок, то есть тогда у вас за счет проворота ноги будут выравниваться ягодицы. И снова. Живот на бедро, с выдохом голову опустили, вдох, подняли, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, и еще раз выдох, и вдох, посмотрели вверх. Ногу увели назад, стопу разворачивайте так, чтобы подошва смотрела в потолок. Так, отлично. Подтяните пресс, живот, и противоположной рукой вытягивайтесь вперед. Рукой тянемся вперед, ногой тянемся назад, выравниваем прямую линию, вдох, выдох. Замечательно, вдох держим, выдох, и еще раз вдох, и выдох. Поставили руку, поставили ногу. Опустили таз, голову опустили на руки, отдохнули, расслабьте плечи, расслабьте спину, поясницу, вдох, выдох,
Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Замечательно. Со вдохом поднимайтесь и переходите лежа на живот. Опускайтесь на коврик. Так. Руку выводим в диагональ. Другая рука на поясницу. И со вдохом открываем грудную клетку. Выдох. Опускаем плечо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Достаточно. Меняем сторону. На другую точно так же. Рука на поясницу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Достаточно. Перевернитесь на бок, через бок подъем. Выходите в положение сидя. Работа с тазобедренными суставами. Так, будем тянуться еще. Ноги прямые. И подтягиваем колено к себе, опускаем в сторону. Выпрямляем, возвращаем ногу. И на каждую сторону выполняем это движение. Старайтесь спину держать ровно, немного вытягиваться вверх в разумных пределах. Еще по разу на каждую сторону. И достаточно. Хорошо. Теперь собрали, подтянули одну ногу к себе. Стопа у бедра. Руками вытолкнули корпус. Выпрямили спину. С выдохом ушли в наклон. Руки положите на коврик с двух сторон от ноги. Спину выровняйте и попробуйте руками протолкнуть коврик под себя, при этом, чтобы у вас вытяжка по ноге увеличивалась. Спина здесь не активна, то есть в спине не должно быть вытяжения, только по ноге. Если вы почувствуете, что вытяжение усиливается, что живот направляется к бедру, то вы все делаете верно. Дышим, вдох, выдох, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Хорошо. Аккуратно приподнимаемся. Носочек вытягиваем от себя. Руками удлиняемся вверх. Вдох. И выдох. Ушли в наклон. Вот здесь вот нужно расслабиться. Отпустить спину. Голову, шею, поддайтесь силе тяжести и дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Аккуратно поднимаем корпус. Так. И меняем стороны, меняем ноги. То же самое на другую сторону.
Подталкиваем руками корпус, выпрямили спину, ушли в наклон, руки на коврик, носок смотрит вверх, натянут на себя, и руками старайтесь коврик толкать под себя, вытягивайте, почувствуйте, как усиливается вытяжение по ноге. Дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Привыкаем к вытяжению, вдох, выдох, еще вдох и выдох. Отлично. Поднялись, носочек вытянули от себя, вдох, снова вытягиваемся руками вверх, выдох, ушли в наклон, опустили руки на ногу и дышим, расслабляя все тело, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, еще раз вдох и выдох, аккуратно поднимаемся, так, выпрямили ногу, постучали коленями по полу, отлично, и развели ноги на прямой угол, проверьте, чтобы у вас тазовые кости были в контакте с полом. Я немножко так проталкиваю себя вперед, чтобы таз провернулся и прям хорошо так почувствовать, как тазовые кости прямо упираются в пол. Затем уходим в небольшой наклон, покачайтесь не глубоко, просто почувствовать, насколько тело вас пропускает вперед. Так. Затем повращайте ногами от бедра, то есть проворачиваем стопы, стараясь опустить с одной и с другой стороны. Немножко повращали ногами. Руки можно держать перед собой, либо позади себя. Проверьте, чтобы у вас движение было в каждом тазобедренном суставе, пусть оно даже небольшое. Так. И затем руки убираем назад, уходим в наклон вперед, руки на коврик. Точно так же проталкивайте коврик под себя, при этом не слишком сильно тяните, то есть умеренное усилие, найдите такое усилий, чтобы вы чувствовали, как тело постепенно-постепенно направляется в пол, живот стремится, опускается к полу. И дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох и вдох, выдох, достаточно. Аккуратно поднимаемся, возвращаем корпус и уходим в наклон к любой ноге, наклон и фиксируем положение, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Подняли корпус, перешли к другой ноге, точно так же наклон и дышим. Вдох, выдох, вдох. Вдох, выдох, завершающий вдох и выдох, достаточно. Подняли корпус, неспешно собираем ноги,
Постучите коленями по полу, носочки из стороны в стороны побросали. Так. И одну ногу оставляете выпрямленную, другую ногу голень чуть выше коленной чашечки, руками уходите назад, ставите стопу и голень максимально близко к грудной клетке. Да, руками можно немного подходить, так перешагивать и подтягивать грудную клетку. Голени дышим, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, и еще раз вдох, и выдох, отпустите ногу, выпрямите ее и меняем стороны на другую точно так же. Собрали ноги, зафиксировались, подышали, вдох. 7 минут, Никита. Спасибо, Марина. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, и вдох, выдох, достаточно. Выпрямили ноги, одну другую, и носочками от себя на себя. Когда носочки от себя, пальцы на ногах сжимайте. Когда на себя, расширяйте стопу, растопыривайте пальцы в стороны. И выполняем. Здесь можно тоже стараться держать спину ровно, если есть такая возможность. Делаем еще по разу. И затем носочки верните в, ну, чтобы смотрели вверх, но при этом пальцы сожмите в кулаки. И вращение голеностопом, чтобы колени, бедра, ноги не двигались. То есть только движение стопами должно быть. Изолируйте движение. Так, и в обратную сторону точно так же. Возвращали. Отлично. Достаточно. Опускайтесь теперь на спину. Выравнивайте позвоночник плечами, отходите от таза. Немножко еще одно новое упражнение. Поставьте ноги чуть-чуть дальше от таза теперь. Да, но то, так, чтобы примерно был прямой угол между бедром и голенью. Да, отлично. И теперь разводите колени в стороны, стопы собирайте вместе, стопы друг к другу, прям как ладошки соединили. Отлично. Поза бабочки. В этом положении подышим, поработаем с мышцами тазового дна. Руки можно положить на живот, и здесь на выдохе вы подтягиваете живот и мышцы промежности. Попробуйте их почувствовать. С выдохом подтянули. На вдохе плавно отпускаете. Не нужно стараться изо всех сил. Здесь самое главное не перенапрячь мышцы. То есть очень мягко, в полсилы подтянули мышцы промежности живота. И вдох отпускаете. Живот немножко надувается. Выдох. Живот подтягиваете. Вдох. Плавно отпускаете. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. 3 минуты. Угу,
Хорошо. И еще раз выдох. И вдох. Расслабились. Аккуратно собираем, подтягиваем колени. Так. Одну ногу выпрямляем, другую ставим стопа на коленную чашечку, скрутка. Открыли таз, теперь закрываем его. Опускаем колено в пол, рука назад, подышали, вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох, завершающий вдох и выдох. Возвращаем таз, вот поднимаем колено, меняем сторону на другую точно так же. Стопа на коленную чашечку, рука на колено, свободную руку в сторону, скрутка, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И завершающий вдох и выдох. Развернулись, вернули таз. Так, ноги, колени подтягивайте к себе и повращайте по кругу. Раскатывайте поясницу, убирайте напряжение, неприятные ощущения из нее, если остались после упражнений. Так, в обратную сторону точно так же повращали. Достаточно. Взяли руками колени, оттянули от себя, подняли лопатки, поясницы надавили на пол, подышали. Вдох, выдох, вдох и выдох. Опустили лопатки, голову, перевернитесь на бок и через бок поднимайтесь. Так, и вот теперь у нас комплекс